Я не могу пройти мимо этой красоты. Сами видите, какие деревья белесы. Особенно когда ветер колышет, их становится еще красивее. Прохладненький, но я разгоряченный. Вот волков мы пугаем, чтобы испугали птиц. Птицы разлетелись в разные стороны. Так вот мы отпугиваем тут волков, чтобы нас не покушали, чтобы мы не были обедом. Вот такая красота здесь, на хребте горы, Уральской горы. Вот. Буду двигаться дальше. До встречи.